законы, которые начали действовать с 1 января 2020 года. Нет такого человека, который не мог бы стать Дед Морозом или Санта-Клаусом. Папа, дядя Толя, завхоз детского сада, немного нетрезвый актер из Тю. Заходят легенды, что в одной из харьковских школ Дедом Морозом была беременная женщина-психолог. 450 Дедов Морозов из Верховной Рады каждый год дарят нам своим избирателям подарки в виде новых законов. Нередко такие подарки напоминают случаи с мальчиком, который просил у Деда Мороза велосипеда, получил карандаши. Но это, как говорится, совсем другая история. Сегодня же краткий обзор депутатских подарков, законов, которые начали действовать с 1 января 2020 года. Конец депутатской неприкосновенности. Верховная Рада внесла изменения в статью 80 Конституции, лишив с 2020 года народных депутатов неприкосновенности. Из основного закона исключено положение, согласно которому народные депутаты не могли быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады. Неприкосновенность народных депутатов была установлена для того, чтобы исключить давление посредством правоохранительных органов на парламентариев и принимаемые ими решения, и таким образом обеспечить для депутатов максимальную независимость. Однако очень скоро в обществе были сформированы представления о том, что депутатская неприкосновенность служит лишь механизмом ухода от ответственности для преступников и коррупционеров. Выборы по-новому. Вступает в силу новый избирательный кодекс, мажоритарка, который создали репутацию одного из самых коррупционных политических механизмов, отменяется. Выборы народных депутатов будут проводиться на основе пропорциональной системы с так называемыми открытыми списками. Нужно будет выбрать партию из нескольких десятков партий, а затем еще кандидата от выбранной партии из списка кандидатов. Закон рассчитан на тех, кто способен оценить нюансы, а для избирателя, участие которого в политической жизни страны ограничивается лишь появлением на избирательном участке, раз в несколько лет понимание сущности процесса исчезает едва ли не полностью. Потребитель политических и административных услуг тяготеет в простоте и не факт, что стремится к глубокому погружению в детали. Депутатов заставят ходить на работу. Приняты изменения в законодательстве, которые позволят ударить гривной по депутатам-прогульщикам. Если депутат без уважительных причин пропустит больше половины заседаний Рады или профильного комитета, то ему не будут выдаваться средства на выполнение депутатских полномочий. То есть для них станет реальностью проклятие Лёлика из культовой комедии «Чтоб ты жил на одну зарплату». Получить субсидию станет труднее. Один из нормативных актов, принятый, что называется, под елку, и судя по дате голосования 19 декабря в качестве подарка от Святого Николая, это закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Активно пользоваться законодательной инновацией граждане смогут с 1 января. Закон является попыткой усовершенствовать правила проверки граждан на получение ими социальной помощи. В принятом законе прописано три этапа проверок. Первый, когда человек только подает документы. Второй. В процессе получения денег, то есть будут исследовать правильность их получения. Третий. После получения средств. Речь идет о правильности использования выданных денег. Еще известны случаи, когда люди тратили монетизированную субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на иные цели. Повышение минимальной зарплаты. С 1 января минимальная заработная плата выросла на целых 550 гривен и достигла уровня 4723 гривны. Также вступили в силу новые нормативы прожиточного минимума. Дети до 6 лет 1779 гривен, в возрасте от 6 лет до 18 лет 2218 гривен, трудоспособные лица 2102 гривны, лица, утратившие трудоспособность, 1638 гривен. В течение года обещают повышение прожиточного минимума еще дважды, с 1 июля и с 1 декабря. Предполагается, что средний прожиточный минимум в течение года вырастет 2027 гривен до 2189 гривен. Штрафы для владельцев евроблях. С 1 января 2020 года в Украине вводятся в действие штрафы для владельцев так называемых евроблях. За вождение машины на евро-номерах 8500 гривен, повторное за год вождения в евробляхе 17000 гривен и запрет на вождение в течение года. Если задержал растаможку на один срок до суток 170 гривен, на срок от суток до 10 340, от 10 до 20 суток 8500, от 20 до 30 суток 85000 гривен, от 30 суток 170000 гривен.
Параллельно с этим планируется, что 14 января на первом заседании в новом году правительство должно рассмотреть два законопроекта об упрощении процедуры растаможки и отсрочке штрафов еще на 180 дней. Далее эти законы могут быть приняты парламентом. Премии за разоблачение коррупционеров. С 1 января 2020 года вступил в силу закон, согласно которому обличители коррупционеров будут поощрять премии. На любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию, но премии будут выплачиваться только если размер нанесенного ущерба составит 10 миллионов гривен и после соответствующего решения суда. Размер премии составит 10% объема нанесенного коррупционером ущерба, но премия не может превышать 3000 минимальной зарплат, то есть в 2020 году это не более 14 миллионов гривен. Малые школы прекратят финансировать. С 1 января 2020 года планируют прекратить финансирование школ, кроме начальных, с количеством учащихся менее 40, а также финансирование образовательного процесса в 10-11 классах, где меньше 20 учеников. Учебная нагрузка на учителя должна вырасти с 18 до 20 часов, так называемая учительская ставка. По расчетам профсоюза работников образования и науки Украины, нововведения приведут к сокращению 40 тысяч педагогов. Оплата за газ. Потребителям газа придется платить даже, если они не израсходовали ни одного кубометра. Вводится абонплата. Размер абонентской платы будет считаться индивидуально. Для этого среднемесячное потребление газа в кубометрах умножат на базовый коэффициент. Например, для семьи с плитой и колонкой, которая использует 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц. Ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 гривен. За доставку пенсии придется заплатить. Укрпочта поднимет цены на свои услуги. За доставку пенсии и денежной помощи почтальоны теперь будут брать в селах 1,5% суммы соответствующей выплаты, а в поселках городского типа 2,3% выплаты. По данным Укрпочты, более 4 миллионов украинцев пользуются услугой по доставке пенсии. Повысят стоимость доставки посылок. Изменяется стоимость доставки мелких пакетов за рубеж. Для отправления весом до 250 граммов тариф возрастет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов на полдоллара. Финальный тариф к оплате без скидок составит на мелкие пакеты весом до 250 граммов от 6 до 6,3 долларов, весом до 500 грамм от 14 до 12 долларов. Подорожает телефонная связь, повышают свои тарифы и Укртелеком. Для населения максимальная абонентская плата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенные по отдельным линиям, увеличится с 55,92 до 61 гривны 51 копейки. Размер максимальной абонплаты за аналогичные услуги при предприятии, учреждении физлиц предпринимателей вырастет с 61 до 67 гривен. С 1 февраля 2020 ликвидируют таксофоны. Курить станет дороже. В Украине подорожали сигареты. С 1 января 2020 года за пачку придется заплатить на 20% больше. В среднем пачка сигарет теперь будет стоить 45 гривен. Повысили цены и на стики. В среднем до 63 гривен. Предполагается, что табаконагревающие устройства типа Айкос и Гло также подорожают, так как акциз на них с 1 января составляет 1213 гривен. Повышение акцизной ставки на табачные изделия в Украине связано с выравниванием ее до норм ЕС, где она составляет 90 евро за 1000 сигарет. По предварительным прогнозам экспертов, в 2020 году цена за одну пачку сигарет достигнет 90 гривен, а разница в цене между обычными сигаретами и стиками составит около 150 гривен. Мелких воришек начнут наказывать строже. Повышен порог наступления уголовной ответственности за кражи. Кража любого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 191 гривну 10 копеек. Данное правонарушение влечет за собой штраф в размере от 17 до 510 гривен или исправительные работы сроком до 1 месяца с отчислением 20% заработка или административный арест на срок от 5 до 10 суток. Если стоимость похищенного имущества превышает 192 гривны, наступает уголовная ответственность, а это уже штраф от 50 до 100 необлагаемых налогов минимум дохода граждан, то есть от 850 до 1700 гривен или общественная работа на срок от 80 до 240 часов или исправительные работы сроком на 2 лет или арест сроком на 6 месяцев или лишение свободы сроком до 3 лет. Стать пенсионером будет труднее. Для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь 27 лет страхового стажа. Остальным придется работать дольше. Так, если у человека от 17 до 27 лет страхового стажа, то на пенсию он сможет выйти не раньше 63 лет.
а при стаже от 15 до 17 не ранее 65. По расчетам Минсоцполитики, такими темпами к 2028 году в Украине только 45% 60-летних людей смогут выйти на пенсию вовремя. С каждым годом требования к обязательной продолжительности трудового стажа будет увеличиваться. Закон об особом статусе Донбасса, как вишенка на торте. Срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, принятого еще в 2015 году, истекал 31 декабря 2019. Парламентарии приняли решение продлить его действие с 1 января 2020 года. Данный закон стоит отнести к разряду мертвых. По аналогии с мертвыми языками. Он как не действовал раньше, так и не будет действовать при этом. Но осознание того, что он есть, очевидно, должно представлять некоторую ценность. В общем, новых законов становится все больше. Какое у вас мнение по поводу перечисленных выше законов? Насколько они необходимы и действительно улучшат жизнь в Украине? Напишите свое мнение в комментариях к этому видео. Спасибо за просмотр. Встретимся на канале. До свидания.